Еще одним долгостроем меньше в Химках возобновили строительство жилого комплекса «Сходня парк». Прежний застройщик успел возвести только стены, сами дома так и не были сданы. Администрация Химок и правительство Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева нашли нового инвестора – строительную компанию «Стройгрупп». Сейчас ведем подготовку к возобновлению строительства в первую очередь. Люди работают. Надеемся, что в втором квартале следующего года дольщики уже получат первые ключи. Первый этап проведения коммуникации уже сегодня подписали документы с ресурсоснабжающими организациями. Администрацией, а также правительством Московской области проделана большая работа по передаче площадки новому инвестору. Сформирован необходимый пакет документов, получено разрешение на строительство. Вот первый дом, вот котельная. Сейчас на площадке кипит работа. Скоро здесь будет вся инфраструктура. Магазины, парковка, детский сад – то, что нужно для комфортного проживания.